В Армавире проходит традиционная городская спартакиада силовых структур. Она проводится ежегодно. На этот раз участниками стали 4 команды – представители СИЗО, МЧС и 2 воинских частей. В течение 4 дней они будут соревноваться по 6 видам спорта. Спартакиада вчера у нас началась. Это были гиревики, участвовали, подтягивания. Сегодня у нас торжественное открытие мероприятия, и перетягивание каната и прыжки в длину. Завтра участники плавают в альбатросе. Вот, и послезавтра в субботу мини-футбол. Роман Суховерков – старший инструктор по боевой подготовке СИЗО-2. Он ежегодно принимает участие в спартакиаде и считает, что это полезно и для работы, и для личного физического развития. Это поднимает командный дух, сплачивает наш коллектив. Очень много разных видов здесь, и игровые, и силовые, поэтому разностороннее развитие получаем. Я с юности занимаюсь легкой атлетикой, занимаюсь спортом, физкультурой. И вот мне это интересно, общение с людьми, поддерживать себя в физической форме. Участники спартакиады не являются профессиональными спортсменами, но по долгу службы должны поддерживать себя в хорошей физической форме. Поэтому соревнования всегда проходят в упорной борьбе среди достойных соперников. Самыми зрелищными стали состязания по перетягиванию каната, где участники смогли продемонстрировать не только физическую силу, но и умение работать в команде. Это однозначно для популяризации спорта. Ну и здоровый образ жизни. Мы, конечно, рады за людей, участников, которые не забывают при всех наших сложностях сегодняшней жизни. Все равно находят время заниматься спортом, и мы этому очень рады. Организаторы уверены, что спартакиада помогает стимулировать армавирских силовиков к регулярным занятиям физкультурой. А это в итоге полезно для общества, поскольку положительно отражается на эффективности работы наших защитников. Влада Волошина, Евгений Холманских, служба информации телеканала 360 «Армавир».